Всем привет, с вами Электромолл, и сегодня у нас обзор на электроскутер Kuga ES02. На данном электроскутере два сиденья для водителя и пассажира. Общая нагрузка 150 кг, также присутствует передняя корзина. Мощность электроскутера 500 Вт, но гравировка на мотор-колесе 240. Очень информативный дисплей, который показывает всю информацию. Спидометр, уровень заряда и одометр. Емкость аккумулятора 20 тысяч мАч, то есть пробег будет до 50 км в час. 14-дюймовые колеса, достаточно высокий клиренс. Также можно установить педали и звездочку. Соответственно, скутер у нас идет гибридного формата. Также максимальная скорость в районе 45-50 км. Вот такой интересный скутер сегодня был у нас на обзоре. Покупайте его в нашем интернет-магазине electromol.ru.